Что такое осень? Это небо. Здравствуйте, друзья. Егерский дневник в эфире. Осенняя прогулка с егерем. А день, похоже, сегодня будет насыщенный. Соли надо солонцы поднакидать. А то все пройти. Осень настала. Всю ночь дождь. Весь день. 24 октября сегодня. Приключения сразу в городе начались. Голуби в луже купаются. Постоянно здесь останавливаюсь, а только что увидел. Так. Сюда соли с глины. Выложил. Да и в общем есть. Вон там он ходил. Здесь зверушка есть. Сейчас проверю фотоловушку. А вот же свежий лось побывал. Вон и след. Совсем свежий. Голодал. Вот. Все, переходит на кору. Зима близко. Такие вот красивые встречаются грибочки на липе. Вот так вот возле этого солонца месиво. Вот такой вот. Солонец пустой. Сейчас добавлю соли, глины. Ну вот теперь пусть ходят, лижут. Кабан корыто сломал, так и не наладил. Придется опять мне. Топинамбур у нас тут, меня ростом. Красота. Живую ярчики не передает всей красоты. Зверушки тропинку натоптали. Вон куда. И в эту сторону. Вот. Ну, на сегодня по пути. Портальный столб на перекрестке. А нам здесь на юг домой, в город. Вечером в городе будет концерт. Эта осень так похожа на девчонку. Потом еще один.
Так что гуляйте и отдыхайте вместе с каналом «Егерский дневник». И тогда на After Today вам будет умиротворение. Все ссылки будут под этим видео. Что такое осень? Это небо.